Всем привет, сейчас тест Алисона. Санчес забил, здесь внешняя сторона. Сейчас все запускают с внешней стороны. Ну, у меня удар просто не сработал. Свайп не сработал, на штрафных такое бывает. Здесь гол прошивается. Санчес, но не успел. Не успел. Есть такое... Проткнуть. Вратарь раньше выбегает. Хоть до этого был тот с облаком. Тоже на номере один. Он по статам вроде как поинтереснее Алисона. Но они играют один в один. Один в один, нет разницы. Здесь выбежал. Тоже. Вот для таких вещей взял Гомеса. Чтоб выходы один на один, когда дает на цапа, можно было реализовывать. Здесь, но закрутил. Зря закрутил. Надо было прошивать в другой угол. Угловые рандом. Угловые это рандом, к сожалению. Здесь... Не успел, завозился. Ну, повезло, что Санчес зашел. Гомес прибежал. Надо было пробовать прошить, а не закрутить. Здесь, ну, угловой. И был бы один угловой еще. Вот, Гомес прошел. Финт неплохой у Гомеса, реально неплохой здесь. Опять же, для чего взяли, для того и отрабатывает. То есть делает три шага, но зато прошивает. Зидан не может. Пока что. Санчо. Закрутка, гол. Вышел вратарь, поменяли решение. Перишич прошивает. Вернее, Ребич. Азар. Внешне. Гол. Не успевает. Ребич. Ну вот, смотрите, как этот момент можно реализовать. Как? Если я буду делать финт, видите, ничего не получится. Ничего не получится. И не навешаю никуда. Поэтому хороший момент, а все равно его проскипаешь. И не угадаешь. Надо хорошо знать игру, чтобы такой ваут выбивать. Здесь пенальти, гол. Санчес. Гол. Здесь внешняя сторона, гол. Если свайп срабатывает, то гол. Санчес бежит. Гол. Гол. Ну, здесь прошивается все, что угодно. От моментов зависит. Смотря как вы играете. Иногда закрутка кто-то играет. Ну, и здесь закрутился и угловой ушел. Сам виноват. Есть такие моменты, когда вообще не знаешь, что делать. Реально. Защитники висят на ноге и все. Пипец. Гомес прошьет. Здесь момент, смотрите. Санчес. Санчо против него. Как он этот мяч отбирает? Это Санчо, который не защитник. В этом матче меня гасил немножко рандом. Дальше момент. Точно такой же. Санчес. Канавара. Проходит. Там Санчо отбирает у Санчеса. Здесь Канавара не может. Примеры идентичные. Ну и посмотрите, сколько забил. То есть, где симуляция позволяет, там... Рандом за тебя. Где не позволяет, там по-другому. То есть есть финт еще и... Вернее, есть рандом еще на финте. То есть когда он финт срабатывает, когда не срабатывает. Но это то, что добавляет в игру. Большой добавили и в мобильный рандом на моменте. Удар, гол. Здесь... Ну, не всегда угадаешь. Вот до этого показывал момент, где не было там игрока, и надо было гасить ваут. А моменты вроде похожи. Но это они молодцы, что разные моменты подобавляли. Здесь опять же. Бац, и мяч мой. И опять Канавара обкакался. А Санчо мяч отбирал. Азар, гол. Но опять же, здесь симуляция помогает, там гасит. И сразу разные счета. С 15 до 20. Либо до 13. Овер здесь минус 2, по-моему, или минус 3 над моим. Здесь гол. Гомес. Ну, здесь надо отскакивать назад, ударить. Если сразу бить, то он мажет мимо ворот любой игрок спиной, если сразу разворачиваться. Гомес, гол. Здесь Санчес прошьет. Ну, нет разницы между Алисоном и Облаком. Внешняя сторона не допрыгивает. Если бы овер был здесь
выше моего, может быть, он взял 1-2 момента. А так как ковер ниже моего, Алисон играет чуть хуже на свои возможности. Но один в один, как и Облак. Хоть Облак лучше по статам. Такой обзорчик пока. Не заморачивайтесь во вратарей.